Французский актер Сами Насери, известный всему миру по фильму «Такси», прилетел в Крым. Вместе с другой знаменитостью, певцом Мурадом Бурави, он примет участие в форуме мира. Гостей из Франции, несмотря на позднее время, встречали многочисленные поклонники. По-настоящему оглушительный прием Сами Насери устроили таксисты. Сам форум открывается завтра в Ялте. На нем общественные деятели, политики, бизнесмены, люди искусства и спорта обсудят, как объединить усилия для поддержки мирных процессов и инициатив.